Мы идем до конца, мы не остановились. Если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то, как я говорил вчера, наступит фаза политического урегулирования. И закончится фаза принуждения к переговорам. Поэтому мы будем идти до конца в любом случае. И наша цель остается неизменной. Восстановление территориальной целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания.